Приветствую тебя, коллега, на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Мы все разные. Для кого-то уроки, которые находятся в рамках этого курса, кажутся элементарщиной, простейшими, зачем так все подробно рассказывать. Но для кого-то все эти личные кабинеты, все эти сайты, тем более все вот эти ссылки длинные, короткие, все это кажется сложным. Если ты приглашаешь на наши прямые трансляции людей, которые уже зарегистрированы в твоей структуре, ты хочешь, чтобы твоя команда была в курсе всех наших событий. Есть еще более простой способ пригласить людей. Пожалуйста, пользуйся этим способом только для тех людей, которые уже зарегистрированы. Запомнить даже вот такую короткую ссылку довольно сложно, потому что она ни с чем не ассоциируется. А вот название «Здоровье, красота, благополучие» Vivasan очень понятно и легко запоминается, потому что это девиз нашей компании. У нас есть командный сайт, который называется «Здоровье», «З» английское, «Красота», «К», «Благополучие», «Би», Vivasan, «ЗКБВ». Вот такие четыре буковки нужно запомнить. Это аббревиатура от «Здоровье, красота, благополучие». Точка обязательно ру, русскоязычный ресурс. Набрав вот такой адрес в адресной строке, а что такое адресная строка, повторять в этом ролике не буду. Набрав этот адрес и нажав клавишу Enter, ты попадешь или твой человек попадет на наш командный сайт. Он послушает выступление нашего генерального директора, получит доступ ко всем нашим ресурсам, к контакту, к Фейсбуку, к нашему YouTube-каналу. Но самое главное, он может выбрать то, что ему нужно. Выбери нужное. Человек подпишется на наши новости и будет в курсе всех наших событий. Все оповещения о наших мероприятиях будут приходить ему по тому способу связи, который он выбрал. То есть для этого просто нужно нажать на кнопочку «Перейти», попадает вот на такую страничку, выбирает удобный контакт связи с ним через Telegram, Viber, Facebook, ВКонтакте. И все наши новости будут приходить. Может подключиться к нашему бесплатному тренинг-центру, опять же нажав просто на кнопочку «Перейти». Вот наша обучающая платформа. Ролик, как зарегистрироваться в ней, все очень подробно рассказано. Конечно, он может попасть на наши прямые эфиры, нажав опять же на кнопочку «Перейти», и откроется наш вебинарный сайт, вот последний вебинар по бизнесу, который проводился вчера. Узнает о нашем замечательном приборе «Биопульсар» и так далее. То есть количество вот этих разделов на данный момент, оно 4, но их легко добавить, если у нас что-то будет появляться новое и интересное. Ну и, конечно, на этом сайте можно выложить любую информацию о нас. Сайт «Здоровье, красота, благополучие», ЗКБВ, это место, попав на которое, вы можете выбрать нужное вам. То есть все наши ресурсы находятся в одном месте. Кому понятнее, приведу термин «сайт-визитка». На момент записи ролика он выглядит именно вот так. Передавайте своим людям zkbv.ru и получайте доступ ко всем нашим ресурсам. Вы можете разместить адрес этого сайта на визитке. Вот я вам сейчас показываю визитку офиса, которую я сделал. Закажите себе что-то аналогичное, раздавайте своей структуре, с кем встречаетесь лично. Ну а людям, с которыми вы общаетесь дистанционно, отправляйте, передавайте голосом. Отправляйте ссылку на наш командный сайт. Благодарю, успехов!